откосы, обочины и так далее. Это лицо местной власти. Все можно там оправдать, но давайте так, как вы сами к себе относитесь, в таком состоянии у вас и к вам же домой, когда приходит, вы же стараетесь, чтобы было все красиво и содержать это. Так и территория. Напомню историю про ликвидацию очередности в дошкольном образовательном учреждении в городе Балаково. Никто не верит. За полтора года, напомню, 11 детских садов. 11 за полтора года. Я хочу сказать, что значит, не получается только у того, кто ничего не хочет делать и не делает. Поэтому уверен, за 5 лет мы уже показали, доказали. Могу с полной уверенностью сказать, что, вот, глядя на эти картинки красивые, жить в эту пору прекрасно, посчастливиться и мне, и тебе. По-другому быть не должно. Проблема была, там 4 трубки уже за последние 5 лет. Там дорога, вот на проход между рядами столов в нашем зале шире, чем там дорога. И сейчас уже люди звонят и говорят, неужели случилось? Вот, там через 5 лет уже в Головановку не проехать, наверное, можно было. Татьяна Павловна, по клубнике, по фестивалю не получится так, что 10 числа клубника будет без клубники? Не могу предугадать поклубнику. Вопрос давайте так. Галина Анатольевна Кириленко, я вас тоже попрошу, значит, проведите мониторинг по дачным маршрутам, по этим поселкам и так далее. Если сроки, ну, понятно, погодные условия, что сегодня 4 градуса было, значит, не попадает, то давайте подвинем тогда. Но клубник, фестиваль клубники должен быть виновницей торжества. Значит, пески, Владимир Николаевич, проехайте, обследуйте, проведите, дожди. Там, значит, жалобы уже пошли, что опять раздолбало, поэтому поставьте тяжелый грейтер, значит, шлифоните дорогу. Люди жалуются, люди не должны этого делать. Они едут оттуда уже с клубника, она трясется. И губернатор сказал, что каждая площадка – это точка роста Балакова. Каждая площадка. Конечно, был еще один незапланированный визит во время… в отношении дворов он сказал, что таких дворов, как на Степной, значит, в Саратове нет. И мы здесь пионеры, потому что вот за сухими цифрами и опять Мария Викторовна, не слишком эмоциональное выступление, значит, скрывается титаническая работа, которую проводил отдел. Титаническая. Выслушать все хотелки бабушек, вот обращаясь, кстати говоря, к журналистам некоторых изданий, вот тут хотелки, а вот то, что на активе, на встрече было, это не хотелки, это поручение жителей и просьба жителей Балакова к губернатору. Это не хотелки балаковцев. Так вот, выслушав все хотелки этих бабушек, значит, протокол сколько переписать. И в процессе реконструкции, ведь до конца никто и не верил, что у нас этот проект будет реализован. А он реализован впервые в области. Следом уже идет федеральный. Мы уже к нему готовы. По всем позициям. И по территориям, и по дворам. Была одна встреча. Женщина подошла, фельдшер. Значит, и вот 20 тысяч 5 лет получая зарплату, и ничего больше не получаю. Все плохо, поликлиника разваливается, не подойти, не подъехать. Губернатор четко обозначил, после окончания всех мероприятий я буду у вас. Значит, ну, женщина как бы, ну, как у нас бывает так вот иногда. Пустили муху и убежали в сторону. Но, тем не менее, там, разыскали, нашли фельдшера второй поликлиники детской. Губернатор приехал туда. Министр приехал с раскладкой, собрали народ, значит, это фельдшера, 36 тысяч зарплата, поликлиника, значит, от капитана отремонтирована, люди, значит, посещают, вопрос, губернатор прям посетитель, вопрос есть, никаких вопросов нет, все удивлены были, губернатор раз неожиданно приехал. 36 тысяч зарплата, а с чего взяли, что 20? Ну, 20 это же, наверное, вот эта ставка, плюс еще премиальный тут не учительство, в общем, короче, не, извините, вот я в сторону, можно посижу и... Понимаете, вот это ко всему была характерная картинка. Есть понятие конструктивной критики, есть понятие конструктивной конкуренции, но не так огульно. Вот испортили воздух и убежали. Я тут недавно прочитал статью в одной уважаемой газете. Вот на камеру могу сказать. Так и не понял про аномальные дороги Балакова. Тут фотография главы Киракосяна Арат Гарниковича. Вот, кстати,
Мантопов выступал. У нас в прошлом году автотрасса безвозмездно абсолютно 1000 тонн значит, отсева гранитного с Ульяновска привезли на трек. Вот просто попросили, они привезли. Значит, так вот, прочитал статью про аномальные дороги. Вот, честно говоря, целая полоса. Прочитал, вроде все правильно написали, все ситуации обозначены, интервью с Булковым, почему это непонятно какая-то гарантия. Но тем не менее, в завершении опять не повезло Балакову с дорогами. А с чего вы решили, что не повезло Балакову с дорогами? Я считаю, что повезло Балакову с дорогами. У нас набережная Леонова, значит, четвертый год стоит, хотя три гарантии. Трещины только. Вон дорожник, все спросите у них. Я помню, значит, размышления на страницах газеты по поводу того, вот вы сняли асфальт старый, оставьте его такой. Мы, как специалисты, считаем, что нам так хорошо. Если с этой точки зрения, ну да, аномалия, наверное, в голове у кого-то. Смотрел эту газету, говорит, хорошо, давайте так. Я отказываюсь от этого конкурса и готов отдать весь объем работ по этому году на 21 миллион. Это самарская фирма. Я кое-что понял, прочитав статью. Все-таки интересы этой самарской фирмы как-то связаны, наверное, с руководством газеты «Суть». Поэтому, если вы лоббируете их в Балаково, пожалуйста, это официальное заявление, значит, пусть выходит Владимир Николаевич. Значит, направьте туда телефонограмму, там, уведомите, что, скажем так, автотрасса готова предоставить весь объем по тем же ценовым параметрам, как был отыгран аукцион, значит, в те же сроки временные. Если они готовы выполнить, ради бога, мы будем только рады этому. У нас эксперименты были в прошлом году, улица Советская. Вот, глава говорит, да. К сожалению, неудачно. Мы готовы пойти еще на этот эксперимент. Лишь бы, скажем так, вот, аномалию с Балакова снять. Критика может быть адекватная, она может быть конструктивной. И инвестор только сидел и ждал этого решения. Так, то есть проблема. Конечно. Если бы не какие-то правозащитные организации и даже уже юристы, у нас этот вопрос был бы решен год назад. И сейчас уже третий дом был бы достроен. Так я понимаю? Это вопрос о том, куда мы бежим и что мы хотим. И кто при этом подогревает ситуацию? Присаживайтесь. У нас в этом же номере был рассказ, я же меня чуть слеза не пробил. Значит, о втором человеке в Саргострое, втором человеке в Саргострое, который построил усадьбу на берегу реки Балаковка. То вот имущество в Саргострое передали все, ничего там не забыли. А то написали, бедный главный инженер построил усадьбу с выходом бани на реку Балаковка. Значит, а теперь у него суд отбирает. И виноват в этом, представляете, администрация. Может быть, часть имущества дольщиков тоже в этой усадьбе.